Лентяй. Стартон? Ебать, вы чё карту поменяли? Вы охуели, блядь? Мы еще из-за синих играть начали. Сейчас по домам разойдемся вообще. Ёб вашу мать, я не эту карту взял, блядь. Я бы лучше мотор взял, блядь. Мотор гудит. Это Алекс говорит. Пламенный. Нет, блядь. Синдром правильно сказал. Дед Мороз, всё как-то. Ага. Ну, блядь, Дед Мороз, наверное, это единственное. Хреново вы сделали. Чё? У меня воздушная дек теперь. Ну и чё тебя смущает? То, что на этой карте я танковый только могу играть нормально. Ну раш тогда, нахуй. Эх, и только один фу. Танков нет. Ты налево отправишь верты, авиатор? Прикрыть выставку? Могу, да. Чё, у меня 4 дапа есть. Я небольшую отправлю выставку. А чё 4? Ты их же вроде 7 там должно быть. Нет? Не знаю. Или 6, или 7. Или ты тех, которые поточнее так, берешь? Парни, направо кто-нибудь пойдет, а? Я нет. Ну я вертолетиком Киёвый вон полечу. Да, а, я ЦВшку там вызову. Я в город засяду, короче, ебитесь вы конем. Хорошо. Я не знал, что мы поменяли этот деку. Я ссать ходил. Ты же сказал, деку, что... Ну? Курить ходил. Давайте поедем на Чарли, тогда не надо ехать налево. Направо. А Чарли это где? А, рядом с Браво. Тогда надо сразу на Браво. Блин, просто африканцы на своих колесах просто ралли какое-то. Вот опять стреляет от Фоба, а потом, ой, где наш Фоб? Хулиган. Так, а кто там высадку делает? Я. Чутка. А, ну и ты. Скоро делаешь высадку. Нет, я чё, безумец? Чтобы меня там снесли? Да, Томка, это, конечно, красиво сейчас показали себя. 29 вообще без шансов. Дяденька, спасите мою жопу. Блять, у меня газелы. Так, не, разбегаемся, пацаны. Сейчас нас будут пиздить. Стреляйте, вы ё-моё. У меня газель не хватило на их вертолет. Там все снаряды. Ебать, там вертораж. Ой, справа? Да у нас спам справа, бля. Не, ну это ладно. А это какой-то стак зашел? Да нет. Вроде нет. Налево надо много пехоты. Или расхренячь все это артой, потому что мы не выдержим. Ты посмотри направо, блядь. Да, я смотрю налево, мне этого хватает. А там одно говномяс. Справа. В СРСЗО там слева аккуратнее, потому что могут наехать. Как забрали пидорасы.
Справа вообще пусто, блядь. И слева пусто. Мы такие мы. Ну, я не сильно удивлюсь, если треть команды занимается какими-то своими делами. Сейчас мы эти мишки, блядь, похуярим. Парни, выбейте сюда, блядь, что-нибудь скиньте, пожалуйста, направо, блядь, просто скиньте. Ты же сказал, ты город, захочешь держать его будешь. Да тут справа никого нету, вы чё, ебанулись? Они просто на меня перекинулись, нахуй, и всё. Они не идут тоже, нормально всё, не блядь, ушко, нахуй. Это вообще не справа, это хер пойми где. Там кроме одного танка ничего нет. Где один там? Справа. От чего там защищаться? А, ну, 80 был, 80. Ребят, переключайтесь направо. Чё, я опять страдать, что ли? Да, никто на тебя не ступает. Они там все в лесу стоят нормально. Ну что ты, я тебе помогаю самолетами, там все дела. Слева мы тоже страдаем. Так что, все путем. Алекс, мы же тебя верим, ты же это. Ты ж крутой игрок, не первый раз. Страдаешь. Я просто уйду и все, нахуй. Не, просто, ну это реально. Блять, один человек закрепился. Если бы раньше пришел, ты бы видел. Я сегодня тоже один, бляха, продавил весь фланг, блять. Один полностью. Никто не помогал мне, только вот потом я начал стонать, плакать, что у меня ПВО не было, потому что за англичан играл. Самолет справа. За Великой Британии. Нормально, все, слева держусь. Чуть-чуть помочь, и все, а так все нормально. Ну, я вот сейчас пехоту подтягиваю туда. У меня ее немного, но она есть. Да, я вижу, спасибо. Слева там уменьшил этих гвоздик. Угу. Видали ускорение ракету Баффало? Косые, блядь. Парни, вот здесь не вас стоит. Две штуки. Самолет справа, истребитель. Понял, работаю. Тунгуска здесь. Справа? Справа. Выпустил радар. Она у него не включенная, скорее всего. Да тут аж три он радара. Он катает, опс. Вот она. Сушка, едет, сушка. Она здесь, короче. Да лучше это, ртой обстрелять от Тунгуска. Да. Надо заодно БМК. Сейчас я возьму Тунгуску. Сам Женя туда еще едет в лес. Вот здесь, кстати, Ми-6 стоял. Не знаю, улетел, не улетел. Вот она переехала на край лес. О, Т-80Б еще не приехал. Вот эту ЦВ-шечку Роман двинь, потому что вот здесь войска вражеские, они уже спалили все. И с артой то же самое. Они сейчас на вас выйдут.
Это я жал. Ох, нас закасывают. Блин, вообще никуда. Тунгуска в центре леса. Вижу. Нету ее больше. Еще есть. Самолет справа. Есть ее? Все, я только что увидел ходах. Она все еще там, вот пометки. Вот круто, ПВО какой, да, есть. Пометки именно муха у тебя. Там тунгуска сдохла. Я там как. Да, да. Точно? Да, точно. Блин, посмотри сам. Да я смотрю, что-то не вижу. Серёж, тогда вот здесь копимся, да? Прям приблизь. Ну, где-нибудь там, вот. Да, я вот сюда лупану сейчас артой. Вот, лёгкой. Прям на моей метке. Прям вот, вот сейчас вообще прям метка там. Давай, хорошо. Ебать тут танков на. А чё, нельзя сюда вертушку прислать? Лонбоу или что-нибудь такое есть у нас? Здесь всё плохо. А, да, тут труп вижу. Ну, Нева. Чё, не отрабатывайте. Парни, есть вертушка какая-нибудь, а? У меня нету. Да, но денег нет. Нет, блять, вот сюда, блять, прислать нахуй. Смотрите, танки просто бы отработал. У меня втурщиков нет. А чё, снабжение на 200? Прям у меня втурщиков, тут вертушку, блять, посади нахуй. Да, Милан, надо заряжать. Сейчас привезу. Разведка нужна мне там будет. Так, отцы. Да я уже в курсах. Ну они тоже как бы, но все равно. В 16 живучи, пиздец. Я не понял, что мне такую контузию на собой. Финны слева прям хорошо играют. Я бомбану эту пехоту, все, не подходи, Роман. Да, я туда же. Вы главное нас не угробьте там. Две ушки по центру. ПВО есть у них там. Парни, а, вот здесь ПВО сел. Встало по центру ПВО. Понял. Принял, работаю. Тоже. Вот, твердых два слева. Истребитель справа. А за ним куча говн. Два бука по центру. Справа, то есть. Кашинку заводят, парни, кашинку. Четыре спецназа вот здесь вот. Там прорыв будет сейчас. Недалеко двигается. Уже работает. По базе херачат. По правому, да, нижнему углу. Просто так, походу, делал. Либо мы этим мою лаху пишем. Так,
пауки двигают. Парни, сюда разведку посадили. Центр. Майстер, двинь пехоту. Вот здесь враги. Понял. Не, мне реально кажется, пустак против него. Никто не знает. Ну, может. Зато интересно. Да. Они кошельку нам поставили, что ли? Где? Мы завалили они кошельку. Они завалили КШМ. Сейчас поставлю. Да нет, это вроде рандома. Гвоздики еще уменьшил слева. Может, и вот эти верты лучше спрячь, а то их тебе накроют. Они уж слишком на виду. Бобер слева. Сейчас хотят сюда заезжать. Ну, первый пошел. Перхи хотят. Не, что эти заходки готовы. Кружил-кружил, бедняжка. В апаче залепили уже. Блять. Ребят, смотрите, сколько говна сюда залепили. Алекс, а я вот тебе сюда? Вот скажу. Ты вот посмотри вот сюда. Вот там у нас продавили почти до базы. Ну, самолеты направо, самолеты направо. 5Т-72 КС, блядь, польских едет слева по дороге. Есть туры? В город заезжает. В город заезжают. На колонну целая в город. Да они безумцы, блядь. Ее надо разъебать, нахуй. Не, они на говне едут. Самолет справа. Там китаец, короче, не выдержал и решил на колонне съезжать. Даже не пехота? Блять, там да, говно там реально. Дешевое говно за 10 монет. Оно, кстати, очень хорошо пехоту расстреливает. И самолетами над ними лучше не будет. Бобры. Бобер, точнее, справа. Бомблю слева вражескую пехоту. Отходите. Какую именно метку? Да какая уже разница? Господь разберет. Понял. Это жарный шок.
У нас что, один вертолетик ПВОшкой выступает на центре? Блин, буфу СБ отвезти. Так, фугасская. Парни, тут, блядь, что за хуйня такая? Война. Война, брат. Что такое, Алекс, блядь? Центр давайте дефать. Давайте центр, кто-нибудь будет держать центр? Я хотя бы направо переключусь, блядь. Нам пехоту просто из города выебать. Я все налево кидал, блядь. Ну, поэтому мы лево более-менее еще и держим. Пока я у них пехота не, не кончится. Я в леса все кидаю. Да, то же самое. Вот сюда вот напалм будет идти. Роман, отступи пока. А, ну видимо это обоюдное желание. Да я заебался просто, блядь, отбивать. Блин, замокни уже, Алекс. Держите центр, пожалуйста, держите центр. Я хотя бы, я просто метаюсь, блядь, и справа влево. Я только танки туда, блядь, перекидываю. То направо, то налево, блядь. Нормально, звезду героя кто-то за это помню получил. Парни, вон смотрите, готовится. Ну, две акулы летят в стаке. Сейчас ничего не будет готовиться. Блять, акулы. Мы если сейчас на центр переключимся, вот три человека держат лево. Я имею в виду центр, просто держите центр как-нибудь вообще просто. Хорошо, я не могу переключиться. Я защищаю лево. Мы только 10 минут, Алекс, играем. Вместе с нами Роман и Маэстро. Вот три человека держат лево. И только поэтому, блядь, он еще не... Чапаралька, Маэстро, Маэстро, чапаральки, чапаральку перекидывай в лес, блядь, вот сюда. Блядь, нахера. Там чиф Стингера. Там чиф Стингера офигенно работают. Вот сейчас там Бук и Тунгуска едут. Все, сейчас они приедут на танки. Все, нету у тебя наступления на гор. Ты им вот убил все. Да, встал. Ага. Я не про это. Вот, смотрите, нас здесь будут подбирать. Я про это говорю. Где? Слева, нас дельты, блядь, будут подбирать. Ну, посади в туры в гору. Путин, как тут субъект? Их выжигают, светится. Блядь. Я просто заебался туда привозить. Держись, Алекс. Мы в тебя верим, пожалуйста. Главное нервы. Не видно этот танк, ебаный. Скидываю туда на них пехоту. Отходим, отходим. А что они капитулируют? Сюда. Потому что пехота кончается элитная, которыми они воюют. А, вот, вот. Скинул. О, хорошо вошло, красиво сделал. Еще даю. И сразу вышел. Отходи, отходи, Хуму. Мотострелками вон особо не повоюешь. Нет, мясом можно завоевать. Ага, конечно. Против и танка. Ну, конечно. Поверь, я воевал в лесу мотострелками. Справа. Гавнараж справа, гавнараж справа. Да, пожалуй. Хоты. Ну, кстати, тут и вызывать-то нехрена. Они нас недостойны.
направо, налево еще кидаю. Кидай. И что, F5? Ми-28, 3 штуки. Ми-28, 3 штуки. Ай-яй-яй-яй, там на царево есть ПВО. Да, там одна штука. Послушай. Или две осталось. Каратальки китайские. Там не китайские, там уже дайнобойные. Ну я вот отсюда две ашкюшки видел. Ну что, вот, значит, они... мой друг, не получилось у тебя дожить до конца. Вот, я только по ним начал сводиться. Да, мерка вот такие первые. АГС-то он серьезный. Там да. Плюс броня. Это офигенная штука. Меньше их в центре. Засветили. Чё засветили? У нас что там, враги где-то? Ну там вертолетами 28 метров. О, скоты. Так, засвет, засвет, парни. Топовый засвет. Для базы не подходу. Сейчас лохкой. Сейчас лонгбоу убирай, сибиряк. Сибиряк убирай. И что-то такое. Мне нечем убивать эти мне 4. Разгружайся, мастер, разгружайся, родненький, пометки. Все, кончился. Успел. Да я еще ахтой это занимаюсь. Только фобу уничтожаю. Где она только? Тандерболь, прощай, друг. Да ну нахуй, блядь, Путин попал 4 ракеты, блядь. 4 ракеты и все. Ну а что ты его даже не отозвал? Когда ты будешь им играть, он не впадет точно. Пиздец, блядь. Там вот ссылки по поводу. Пока ты обозреваешь. Как играть здесь? Я хочу в минусе буду дико вообще пиздец. Бомблю слева по меткам. Угу.
Истребитель слева. 15D, у Скопику сейчас тоже сольется, он будет потом спрашивать, как так. Истребители слева. Блок, почему? Чем? Фаготами. Фтуровоз слева. Я же не паникую, я же тебе говорю, что такое просто. Ну, просто. Аккуратнее, там строк подъезжает. Че? Забудь, что я сказал. А там было, по-моему, три ПВшки, я не помню, какие вот сюда уже шли куда-то в эти края. Мне вот за ними сейчас свист хороший. Ну там ЗУшки, по-моему, были, нет? Нафиг знает. Ну, в смысле, что они разберут всю пехоту. Есть. Бля, опять что? Убили мне снабжение, сука. Где в городе, да. Я тебе тоже заложу, но постоянно убивают. Самолет справа. Опять погода едет с этим. Что-то не планировал лететь. Куда? А, там от стрелки. Давай, я закажу с тобой. Слева. Там кто по фурсам идет, не иди пока что. В то место. Ладно. Я предупреждаю, что. Ты хочешь залить или ортонуть? Я туда этими. А, на сахогами. Фигачу. Ну все, можно идти. По идее там будет где. Там должны. Давай я еще вот сюда залью. И пойдем. А что там ты забьешь? Да и фугасик. Такой средненький. А, я понял. Они у тебя на перезарядке. Отменяй. Пехоту их задавим. И что у меня этот, носороги готовы. Поэтому. Радар справа. А. Они быстро бьют эти носороги. Блять, баффало отстрелялись. Нечем кошмарить больше. Танки надо тут завести. Я. Танки на горке. Да-да, я хочу постепенно. Полетим, ну, сейчас БМП-3 убью. Да, терпение, терпение. Давай, ползи ты, блин. Чёрт ты. Ты понял, парни, у кого кассеты, ломки? Для что? Да-да-да. Принял. Катаются они, нифига.
А, у меня они все на перезарядке. Ну, к Марсу. Марсу могу, сейчас работаю. Да, минометом памятками. Понял. Я вот по этому краю сейчас все накрою напалмом. Надеюсь, они не успеют проскочить. Там они тормозились у города. Там фугас их накрыл. Не-не-не, вот как раз куда. Где лес? Сейчас на Альфе. Там штук 12 юнитов. Но они проскочат. Те, кто за ними, не проскочат. Вот сопелем как раз достанется. Старость. Сейчас я всю эту пехоту накрою бобрами. Вот сюда упадут, лови два штуки. Ой, читайте ПВО быстрее. На центр. Да. Там точно ничего не должно было уже. Потому что туда два лавейку в нас однозначно сдохло. Миномет заткнули. Противника осталось половина команды. Он еще не начался, этот пиздец. А просто этот говнораж уже выебывает. Ну, так всегда. Режим такой. И карта такая есть. Ну и карта такая тоже. Конечно, мне дека не подходит вообще для этой карты. Че, летим? Полетели. Да хер знает, у меня так вертолет вообще практически нет. Мы ничего не сделаем. Не, еще в такой длинной линии. Вы че, пиздец, сибиряк, приебешься вертолетом. Ну и куда? Да ладно. Чего? Да ну блять, зачем тратить просто так вертолеты? Почему не сделать все правильно? Зачем куда-то торопиться, блять? У нас мы играем только 27 минут. У меня отставание начнется, любость, какая разница, отлично. Чё хуй сказать, я не знаю. Шамку взяли вы сюда? Нет, конечно. Не факт еще. И по нашим, и по нашим. Когда же мы научимся тайминги соблюдать?
А вот ты, чайно. Да, да, все. А, как... все, да, полная зачистка получилась. Все как всегда. Пиздец, в минусе, нахуй. О, я еще и в плюсе как-то. Шираф, ну... 3-1. Учитывая то, что мы там держали слева, нормально. Учитывая, что мы месили в основном пехоту, которая дешево стоит, 3000 то, что я набил, не так уж и плохо. Хотя там, конечно, были самолеты. Да. Надо посмотреть, что я там понабивал. О, лови просто там на экран наработал. Да? Что один, что второй. А он там чат бомбился нормально. Кстати, вот этот...